Всем добрый день. Что у нас сегодня градусов? 17. В принципе, нормальная погода. Мы собрались... О, снег нападал. Мы собрались, город у нас есть. У нас дома сахар закончился. Надо купить сахар. Сахар, курицу. Надо мне кое-какие дела сделать. На. Вот едем сейчас в город. Нафига снега опять нападало. Опять сегодня чистить. Тайсон, доброе утро. Добрый день уже тебе, надо сказать. Да, Тайсон? Тайсон хороший мальчик. Нету? Да, Тайсон? Вот опять дятел долбится. Смотрите, ребята, я сейчас вам постараюсь показать. Еще один наш питомец, который, ну, постоянно долбится. Весь стол поклевал. И причем он тут не один. Все, убежал. Ладно, едем в город. Тайсон, ты что не ешь? Мы тебе вынесли, а ты не ешь. Вот смотрите, у него стоит полная кастрюля, он не хочет есть. Вынесли вот недавно, он ничего не ест. Не хочет, а вы говорите, он голодный, да, Тайсон? Тайсон хороший мальчик. Сегодня на улице хорошо. Я на улице вышла прогуляться. Приехала из города и вышла на улицу еще прогуляться, не могу что-то. Хорошо на улице. Прям благодать. Дорогие друзья, у нас день также. Мы со Светой пойдем прогуляемся до автобазы. Мне надо купить эту морилку. Эбеновое дерево. Чтобы папа полки покрасил. Он сделал полку в коридор для духов. Да что? Я его попросила сделать. И сделал полку на это. Ну, скажите, я вам скажу, для обуви. Во. Что-то там пришло. Что-то там пришло. Какую-то бумажку. О, бросили. 300 грамм. 5 килограмм, 300 грамм. Вот. А, ну это вот вчерашние. Наверное. Ну ладно. Открывай калитку. Идем. Идем, идем с ней до автобазы, магазина. У нас снег идет. Уже который день снег идет. Одна не хочу идти, голова кружится, поэтому Свету с собой беру. Ладно, пойдем прогуляемся, потом покажу вам все, что мы купим. Дорогие друзья, ездила сегодня в город, купила 10 килограмм сахара, но поднимать его не буду, и 5 курей. Вот одну муж уже разделал, курочки небольшие такие вообще прямо. В этот раз очень маленькие, что вот кило 300 курица. А еще вот эти вот две штучки купила, они мне нужны будут. Так, сейчас я тут на столе все, сейчас мне надо это мясо разделать. Тут кило 400, так, сейчас я эти уберу, чтобы не марать, не дай бог. Потом эбеновую морилку взяла, муж пошел делать. Кило 300, вообще малюсенький прям. Я всегда беру большие, а это там самые большие, кило 400. И вот это вот, я не знаю, сколько было. 5 штучек взяла в целом сегодня. Так что вот такие вот дела. И мне сегодня надо еще пересадить 3 цветка и посадить перцы вот в эти формы. Я уже все подготовила, землю все подготовила. Сегодня займемся рассадой. И сейчас разделаю курицу, уберу в морозилку тоже. Так, все, разобрала мясо. Вот это вот у меня кожура, тут попки куриные, это собаки. Немного масят, тут он уже сколько съела.
Дальше это суповые наборы, кости. Так, это филейная часть. Тут ножки. Тут вторая часть от ножек. И крылышки. Я их сразу на детальки резала. На части. Поэтому вот убираем в морозилку. Это потом оставим для пельменей. Будем перекручивать. Потом достану все это. Вместе перекручу, перемешаю. Хотя можно сразу перекрутить. Не, сейчас мне надо заниматься маленькой комнатой. Поэтому... сейчас буду убирать в морозилку все это. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. У нас уже второй день, валит снег. Я сходила за калиткой почистить. А Егора сейчас полностью здесь все вычищает, ходят тропинки. Потому что снег у нас, видите, все идет и идет и идет. И не останавливаясь причем. Так что вот такие вот у нас новости. Сегодня у нас уже воскресенье. Погода на улице потеплела, так что с понедельника все ребята у меня в садик, в школу пойдут. Ура, я буду отдыхать. Ну как отдыхать? Я буду маленькую комнату освобождать для того, чтобы стелить линолеум. До конца уже вынесем шкафы, все вынесем. Так что вот такие вот у нас новости. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. У нас, ребята, совсем все замело. Метет и метет и метет снег. А там соседи снег чистят. Знаете, как они чистят? Пилой снег пилят, режут и потом скидывают. Видите, как много снега? Молодцы. Потому что иначе рухнет под таким снегом все здания. Смотрите, как у нас метет сильно на улице. Вообще заметает. Егорка, ты сегодня дорожки почистил уже, да? А там опять все замело. Опять, говорится, замело там. Да, Егора? Чего? Дорожки опять все замело? Немного. Немного замело, опять надо будет чистить. Но я сегодня прочищала там возле дороги, там вообще трактор проехал, аж вот железной лопатой чистила, резала. Тоже смотри, соседи как делают, Егор. Пилой режут и чистят. Молодцы. Напишите, пожалуйста, какая у вас погода. Ну, у нас сегодня на улице хорошо, да, Егора, тепло. Егора, кстати, воду в баню таскает. Сегодня будем баню топить. Заходила я в этот раз, ребята, смотреть тюльки. Но там привоз, сказала, продавщица будет через недельку. Поэтому я заскочу потом к ней, но вот, возьму тюль другую. Потому что, ну, не нравится мне это. От нее темно, я хочу просто прозрачную, поменьше рисунка. И чтоб покороче она была. Так, ладно, занимаемся дальше своими делами. Егорушка воду таскает, дети уборку наводят. Много-много дел. Себя снимаю. Всем привет, у нас вечер. Егор, извините, гремит, потому что он пойдет сейчас Тайсона кормить. У нас уже родственники помылись, уехали. Я сейчас буду готовить ужин, чтобы по-быстренькому покушать. Горячее, чтобы поесть. Именно свежее, горячее. Муж пришел с работы. Сейчас отдохнет и пойдет маленьких мыть в баню. Потому что мне баню самой пока нельзя. Поэтому вот такие вот дела. Читала я под видео комментарии по поводу холодца. Вот, какую парашу приготовила. Блевать охота, всякие такие. Ребята, я же сама его ем. Я же вам не предлагаю его. Нет, если кто хочет, приходите, я угощу. Знаете, я когда-то пробовала сверху делать, чтобы больше жижи, да что было. У меня дети такое не любят. Они не любят именно вот эту вот, как они говорят, слизь. А тут чистый мясной получается. Я вам чуть позже покажу, какой он в разрезе. Тут чистое мясо. И натуральное, заметьте, не желе какое-то, а натуральное мясо. Да, многим может не нравиться, но это уже ваши проблемы. Нам нравится. Мои дети его с радостью едят и довольны. И сказали, мама, еще потом приготовь. Ну, хотя еще там много, куда готовить-то. Так что, это, конечно, дело вкуса. Я же вас не заставляю есть его, да. Мы его сами едим, и неплохо. Я сейчас нарезала лук. Буду делать на гарнир, дети сказали, макароны, поэтому отварю макароны. И буду мясо обжаривать с луком, с морковкой, такую как бы подливку делать небольшую. Так что сейчас вам покажу холодец, который вам обещала.
Вот, дорогие друзья, этот холодец, про который вы писали. Посмотрите, какой он хороший. Он чистое мясо. Да, может быть, многим не понравилось то, что я на мясорубке, но оно получается настолько нежное. Видите, вот чистое мясо. И никакого желе, заметьте, сверху нету. Видите? Очень вкусный холодец. Мне, например, вот такой холодец больше нравится, чем сверху, когда водичка прозрачная. Напишите, конечно, как вы любите холодец. Но вот мы такой любим. Просто очень вкусный холодец. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так что, дорогие друзья, вот такой вот вкусный холодец был. Вкусы всех разные. Так что все любят по-разному. Некоторые любят из желе делать. Это не холодец даже, это заливное, по-моему, называется, да? Некоторые такое любят, некоторые любят вот натуральное капля. У всех вкус разный, так что давайте не будем писать оскорбления или что-то еще. Ладно, я приступаю готовить. Сегодня хотела пересадить орхидеи, а мне сегодня приезжала родственница в бане и говорит: Настя, пока не пересаживай, потому что месяц на упование идет. Вот после 20 числа будет на растущий месяц, потом уже, говорит, и посадишь. А пока просто, говорит, поливай, да и все. И я решила, пока не буду пересаживать, я сегодня их хорошенько полью и пускай стоят. После 20 числа буду пересаживать и буду после 20 числа садить сразу и перцы, и помидоры. Я вот только не знаю капусту в каком числе. У меня нынче нет календаря, когда что садить. Капусту не знаю, когда садить. Не купила нынче я календарь. Раньше у нас тут в ларечке продавали. У Лены был ларек тут, ну, знакомый. А сейчас у нее нет тут ларька и нигде. В город я не ездила, не смотрела еще эти календари. Надо будет потом купить. Ладно, дорогие друзья, сейчас будем с вами готовить ужин. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Так, хотела еще показать. Муж сделал мне вот сюда, вот в коридор, вот такую вот вешалку. Ой, вешалку, полочку для духов, для всего такого. И вот для обуви вот такую вот полочку тоже он сделал. Наискось туда, получается, вовнутрь. Ну, по идее, стоит нормально. Ну, вот все равно не вся обувь туда помещается. Некоторые большие, получается, очень сильно торчат. У детей, по идее, стоит можно. Вот так вот. А тут я. Всем привет. Зеркало опять надо мыть. Это что такое-то, а? Недавно вроде протирала. Так, затопила печку. Это я поставила, буду делать гуляш и воду на макароны. Так, я продолжаю готовить. Уже закинула морковь, обжарила. И закинула филе куриное. Тут спинки, ножки, крылышки. Сейчас все это перемешаю. Пожарится немножко. Потом закину томатную пасту, чтобы с томатной пастой обжарилась. И будет такая подлива. Так, все, вот такой вот у нас будет ужин, макарошки. Макарошки необычные, тут и макарошки, и спагетти. Дети у меня такие любят, поэтому приготовила. Свете налила без бульона, потому что она у нас не любит лук. Но она сказала, будет через яичко, да, процеживать лук. И добавит себе курочку, еще сама себе добавишь, какую тебе надо, потому что она у нас тоже курицу не всю ест. Она, если темное мясо, она не ест. В целом, всем, кто кушает, всем приятного аппетита.